Появился паспорт и галочка в приложении. На сегодняшний день это ваш билет в свет. К сожалению, журналист Питер де Фриз не вышел. Он умер на 6-й день своей борьбы за жизнь. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Вера, я на своем балконе в Нидерландах. И мы с вами начинаем очередной новостной выпуск. Присаживайтесь поудобнее и не пропустите самые интересные факты. Ну что ж, друзья, начнем, конечно, с очень печального момента. Журналист, о котором я снимала прошлое видео, да, в котором я рассказывала о том, что журналист был тяжело ранен. К сожалению, он не выжил. На 6-й день борьбы за жизнь он погиб. Да, шансов, конечно, было мало, потому что я еще тогда думала, что он не выживет, потому что выстрел в голову, он, скорее всего, был фатальным. Ужасное, конечно, событие для нас в Нидерландах, для всех его коллег, с которым он работал, для всех вообще криминальных журналистов в Нидерландах. Теперь они более серьезно относится ко всем криминальным моментам, и я думаю, что все-таки присутствует какой-то страх на сегодняшний день. Студию RTL Boulevard, да, которая постоянно выпускала новостные выпуски, из которой выходил тогда Питер де Фриз и где на улице его просто застрелили, теперь ее перенесли с того места, где она всегда была в Амстердаме, и теперь ее локация неизвестна, так как поступали тоже угрозы всем его коллегам, ну и, соответственно, тем, кто ведет эту программу RTL Boulevard. Теперь это все засекреченная информация, и никто не знает, где находится студия. Конечно, ужасное событие, все были потрясены. Больше всего, конечно, потрясены обычные люди, для которых Питер был героем, для которых он был правозащитником, для которых он был человеком, который всегда помогает людям. Вот, я, в принципе, к Питеру никак особо не отношусь. Я знаю, что он участвовал в многих громких криминальных делах. И вот последнее громкое криминальное дело, в котором он участвовал, к сожалению, привело к его погибели. Там были замешаны очень сильные криминальные авторитеты. И из-за такого дела, о том, что он слишком много знал, слишком много расследовал, и за это, к сожалению, его убили. На месте, где его застрелили, сейчас очень много цветов. Каждый день люди приходят для того, чтобы проститься, как бы положить букет цветов, помянуть его, да, светлую память, ну и провести его светлый путь, потому что буквально вчера можно было попрощаться с ним в последний раз. Людей запускали вовнутрь, вот там был его гроб, цветы, и обычные люди стояли в очереди для того, чтобы отдать последнюю память и попрощаться с Питером. Конечно, это большая трагедия для его семьи, для его друзей, ну и в частности для всех нас в Нидерландах, потому что теперь получается, что свобода слова, свобода журналистского слова теперь находится под угрозой. Если где-то будет что-то, да, замешан какой-то сильный криминальный авторитет, то теперь все журналисты будут бояться за свою жизнь. Те, кто покушался на его жизнь, те, кто его застрелил, они были пойманы. Было известно, что одному заплатили 150 тысяч евро за его убийство. Они были пойманы, и следствие ведется до сих пор. Сегодня можно будет, его семья будет устраивать похороны и отправить его в последний путь. Ну что ж, друзья, еще одна ужасная ситуация произошла у нас в Нидерландах. Большую часть Лимбурга затопило из-за интенсивных дождей, из-за интенсивного потока воды, а также произошло наводнение реки Мас, и поэтому затопило огромное количество улиц, огромное количество жилых районов, дороги. Пострадали ужасно города, такие как Валкенбург. Вот, пострадали ближайшие города, более 23 тысяч домов просто было разрушено из-за интенсивного потока воды, в общем, из-за наводнения люди просто, в общем, людей пришлось эвакуировать. Ужасная ситуация, но эта ситуация затронула только Нидерланды, эта ситуация затронула еще Бельгию и Германию, там тоже было ужасное наводнение, ужасные потоки
из-за сильных интенсивных дождей. Вот люди просто потеряли свое жилье, всех людей, которые находились в опасной зоне наводнения, пришлось эвакуировать. Даже больницу, которая находилась в Венло, пришлось эвакуировать всех пациентов, всех работников тоже на момент наводнения пришлось эвакуировать. Все это началось 14 июля. Вот, когда начались интенсивные потоки, когда пошли интенсивные дожди, конечно, ужасно жалко людей. Люди помогали друг другу, как могли обычные люди. Было также послано королевская армия, чтобы помочь людям эвакуировать всех как можно быстрее и безопаснее. Некоторым людям предоставляли гостиницы на пару дней. Но вот до сих пор 700 семей нуждаются в жилых домах, нуждаются в жилье, так как в свое жилье они вернуться не смогут. После того воскресенья, в это воскресенье 18 числа ситуация наладилась, то есть прошли дожди, вот ушла вода, ситуация немного наладилась, но скажу, что это затронуло, конечно, ужасно экологическую сторону природы, потому что все, что смывало водой в жилых домах, мусор и так далее, в общем, мебель и все, что можно было, да, теперь все сейчас можно увидеть в этой реке, в реке Мас, потому что она реально ужасно загрязнена. Теперь все валяется, вот, плывет, плавает в этой реке. Также поддержать местных жителей приехал король и королева. Они долго общались с местными жителями, с эвакуационными службами, в общем, с теми людьми, которые помогали, которые участвовали в эвакуации. Жители очень долго общались, поддерживали их, чем могли, теплыми словами. Конечно, ну, приятно, когда наш король и королева посещают такие места для того, чтобы как-нибудь все-таки поддержать людей в этих тяжелых ситуациях. Все-таки, не все-таки, а 23 тысячи вообще жилых домов просто пострадали из-за огромного наводнения. И плюс, что когда вода сейчас в данный момент ушла, не факт, что в домах можно еще жить, потому что люди говорят о том, что в домах очень сильно воняет, очень сильно сыро, и что просто с закрытыми дверями нельзя находиться, невозможно находиться в этих домах. Но это естественное дело, конечно, огромное количество воды прошлось, да, по таким домам. В общем, да, люди, конечно, оказались в ужасной ситуации у нас в Нидерландах. Вот, поэтому будем следить за событиями. Уже вроде бы как ситуация наладилась. В воскресенье люди вернулись домой, скажем так, в свои жилые помещения. То есть уже не было никакой опасности. И больницу, соответственно, тоже вернули в рабочий режим. А со среды на этой неделе уже будет проводиться операционная работа в больнице. Весь персонал и все пациенты вернулись тоже в больницу. Ну что ж, конечно, во всей этой ужасной и страшной ситуации есть, конечно, и хорошая сторона. Уже было собрано более 3 миллионов евро на восстановление пострадавших частей города Валкенбурга. Можете себе представить, еще 2 года назад я ездила в этот город. Мы ездили на Рождество, буквально на выходные, и мы встречали... Не встречали там Рождество, но, в общем, там была предрождественская ярмарка. Вот, мы сидели в ресторане, и сейчас я смотрела по телевизору буквально все это место, там, где мы сидели в ресторане, там, где мы ходили по этим улочкам, вот, все террасы, которые находились в центре, да, в центре Валкенбурга, все были затоплены. Поэтому, конечно, ужасно. Это очень туристическое место, очень такое популярное место, особенно в Рождество, ну, и летом тоже вот собирают очень много туристов. И вот все просто было под водой. Друзья, давайте вернемся к наболевшей теме для всех — коронавирус. Скажу, что так, ситуация у нас с коронавирусом пока обстоит стабильно. Но стабильность очень быстро превращается в нестабильность. Недавно появилась такая информация в социальных сетях, что после прививки женщины жаловались на то, что у них сбивался менструальный цикл, вот, либо вообще перестали идти менструации, либо очень сильно и интенсивно шли менструации. Никто вообще не мог подумать, что это может быть одним из побочных эффектов. Если вы делали вакцинацию, то есть такой веб-сайт, в котором вы можете, в общем, написать, какие побочные эффекты у вас были, помимо тех побочных эффектов, о которых везде говорят, да? То есть усталость, температура, боль в руке, какая-то тяжесть, боль в костях, в общем, в мышцах.
Но помимо всего этого, очень много женщин в последнее время начали писать о побочных эффектах о менструации. Был произведен некий анализ экспертом, и в принципе он сказал, что да, возможно, вакцинация для женщин, именно у женщин, может влиять на менструальный цикл. Возможно, после вакцинации у вас будет как-то по-другому идти менструация, либо вообще их не будет и появится только через некоторое время. То есть у вас по-любому собьется цикл. Об этих побочках заявляли не все женщины. То есть в некоторых женщинах все нормально, а у других женщин бывают вот именно такие побочки. Поэтому, если вы делали вакцинацию, следите внимательно за тем, какие у вас побочные эффекты есть. И лучше всего эти побочные эффекты на веб-сайте добавлять. Ну что ж, друзья, мы все знаем, для тех, кто делал вакцинацию, в корона-приложении есть такая галочка. То есть вы провакцинированы, и с этим приложением вы можете путешествовать и ходить везде на мероприятия, если там нужен тест, либо вот приложение. Да? Помимо всего этого, вам еще выдают паспорт. В паспорте тоже пишется, когда вы провакцинированы два или один раз. Недавно пошла такая информация, появилась из GGD, о том, что некоторые лица занимаются продажей сертификатов и галочкой в приложениях, в корона-приложениях. То есть вы получаете за деньги галочку о том, что вы провакцинированы. Точно так же у вас будет написано в книжке о том, что вы провакцинированы. Все очень сильно похоже на правду. То есть, ну, подделка реально очень хорошая. За 250 евро можно было себе заказать такую услугу. Провели расследование, выявили покупателя, который это продает, но никто больше не распространяет никакую информацию, как и что. И на вопрос о том, были ли приняты какие-то меры, вот, да, уголовное, было заведено какое-то уголовное дело против того, кто распространял и продавал вот такие вот сертификаты и галочки в коронном приложении. Нет, ничего не было сделано, просто это выявили, и теперь как бы они знают, и теперь вот пытаются как-то с этим бороться, потому что вы же знаете, да, что даже в Нидерландах, ну, не все хотят вакцинироваться, то есть как бы есть люди, которые категорически против вакцинации, вот, и есть те, которые просто, ну, не хотят вакцинироваться из-за того, что они не уверены и еще не знают, к чему приведет вакцинация. Есть всевозможные трюки для того, чтобы все-таки как-то сделать так, чтобы у вас все-таки был более свободный вход везде, потому что, в принципе, и с приложением, и с книжкой о вакцинации у вас все-таки есть билет в свет, то есть у вас есть очень много возможностей, да, поэтому, конечно, те, кто этого делать не хотят, пытаются, конечно, найти обходные пути, ну вот и, пожалуйста, теперь появляется такой бизнес. В принципе, я думаю, что на коронабизнесе очень многие заработали, да, просто этот бизнес был построен с разных сторон. Ну что ж, ребят, ну и, конечно, напоследок о нашей голландской политике. Политики теперь вернулись на свое место, вернулись на то, где они были. Мы знаем, 26 июня, такой знаменитый день, когда отменили практически все коронамеры. Тогда, в тот момент, премьер Марк Рутте и министр здравоохранения Хьюго де Йона, они очень позитивно смотрели на все это, и, в общем, они очень были рады, ну и, в принципе, все люди были рады, что наконец-то меры отменяются. Но не прошло и буквально какой-то недели, короткий срок времени прошел после того, как они вообще, в общем, начали сдавать заднюю. Вот целую неделю буквально, целую прошлую неделю они просто выступали в своем парламенте, выступали в дебатах, они просто каждый раз извинялись за все, в общем, извинялись за то, что они там, в общем, быстренько так погорячились, что все меры отменили. В общем, ну странно, знаете, похоже на какой-то цирк, реально театральное какое-то выступление двух клоунов, знаете, ну, хоть бы не позорились, да, вот, честно, мое мнение. Теперь пришлось извиняться, но все-таки пришлось ужесточить меры. Они просто не учли того, что новый дельта-вариант коронавируса был уже давно везде распространен. То есть о нем уже знали многие страны. Уже в Англии этого варианта уже боялись, то есть и заражения там были. Помимо всего этого, они не учли того, что молодые люди просто как собаки сорвутся с цепи и, естественно, пойдут все тусоваться. Но не все будут делать
тесты, которые будут правдивыми. Очень много молодых людей, которые просто фейковые тесты сдавали, которые были не провакцинированы. Да? То есть все это в совокупности создало такую атмосферу, в принципе, заражение. При том, что в клубах и в дискотеках все находятся очень близко друг к другу, поэтому расстояние никто не соблюдает. Естественно, все это привело к заражению. Я даже знаю, что вот одна группа моих друзей тоже, они были все вместе на тусовке, и после этого все вместе заболели коронавирусом. То есть никто этого не учел. И наши политики тем более этого не учли. После полутора года уже борьбы с коронавирусом, принятия всех различных коронамер, до сих пор наше правительство не пришло к выводу о том, что же все-таки эффективно, что же все-таки за полтора года вот реально действует. Действует для того, чтобы вот не было такого огромного количества заражений и распространений. Теперь говорится, что количество позитивных тестов возросло, и количество больных, попадавших уже в больницу, возросло. Теперь уже вот буквально за 24 часа уже было 49 пациентов, которые попали с коронавирусом в больницу, и 5 пациентов, которые попали на интенсивку в больницу. Теперь в последующем предполагается, что будет все больше и больше заражений, все больше и больше зараженных пациентов будут попадать в больницу. Вот, помимо всего этого, Нидерланды теперь все-таки, наверное, не будут смотреть позитивно на лето, потому что Нидерланды предполагают перейти в красную зону уже очень скоро. Поэтому я понимаю, конечно, разочарование людей, которые себе запланировали отличное лето, теперь очень разочарованы. Два наших министра, как говорят, поют романсы до сих пор, но и все-таки, чтобы защитить себя, все-таки министр здравоохранения говорит о том, что мера вот сдачи тестов, да, мера сдачи тестов для того, чтобы пойти куда-нибудь, все-таки является эффективной. И остается какой-то шанс, что это будет действовать и в будущем. Ну, конечно, в такой ситуации они уже не знают, уже что сказать, куда пойти и что сделать. Потому что, вот реально сейчас напоминает этот цирк двух шитов. Ребят, реально будьте серьезней, не надо давать сначала вот кость, а потом ее забирать у собаки, да, это то же самое, да? Вот людям говорят, что все можно, все позволено, в общем, мы все это учли, это все потому, что когда появились вакцинации, наше правительство заверяло всех, чтобы все шли и вакцинировались, потому что все-таки заражений будет меньше, это как каким-то образом все-таки вас будут предохранять от коронаосложнений, да, и все люди, конечно, большинство из них пошли и что сделали? Пошли и сделали вакцину, да, те, кто хотели, сделали вакцину, но как мы видим, что это не совсем эффективно не работает, потому что те, кто сделали вакцину, все равно заразятся короной, все равно заразятся новым дельта-вариантом, и все равно никто не может сказать, какие все-таки последствия будут от этого заражения, да, того или иного, как люди будут переносить заражение коронавирусом, если они уже все провакцинированы, да, поэтому здесь я скажу, что они конкретно налажали, перед тем, чтобы заверять людей идти вакцинироваться, лучше бы немного провели больше аналитики того, какая ситуация сейчас на самом деле творится и что можно сделать. Друзья, хорошие новости для тех, кто собирается ехать в Нидерланды в ближайшее время. С 22 июля открываются границы для украинцев, непривитых, без негативного либо позитивного теста. Единственное, что вам нужно будет заформить, это хазундай чек-формуляр. То есть форму, которую нужно скачать будет, либо распечатать с официального сайта rexoverheid.nl. Она есть и на английском, есть и на нидерландском. Для чего нужна эта форма? Чтобы знать, были ли вы в ближайшее время заражены ковидом, контактировали вы ли с кем-то, или вы уже пролечились, и вылечились. Я ссылку оставлю под видео. Сможете распечатать эту форму для себя и заполнить перед тем, как перелететь в Нидерланды. Поэтому, друзья, еще не только Нидерланды открыли свои границы, но и Германия. И Бельгия открыла границы для невакцинированных украинцев, то есть для граждан Украины. Поэтому, если кто-то планирует свою поездку в ближайшее время, обязательно забронируйте гостиницу, либо
пусть те, кто, кому вы едете, ваша семья, либо родственники, сделают вам приглашение из администрации. Это приглашение официально вам надо будет показать, где вы будете оставаться. Вот, вот такие дела, друзья. Теперь можно спокойно прилетать к нам в Нидерланды, поэтому всех welcome. Ну что же, на сегодня это был наш новостной выпуск. Надеюсь, вам понравилось видео такого формата. Если вам еще что-то интересно, пишите в комментариях. Естественно, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.